2-3 минуты. А пока представлю, во-первых, судейскую бригаду. Сегодня судят люди из Эквадора. Вообще вот сегодня завершаться в ничью. А ведь на самом деле вот 3 дня назад, да, было сразу 3 нулевых ничьи в предыдущего. Аргентина в Россию не поедет. Она так и останется 6-й. Здесь, напомню, 4 команды. Совсем уж неожиданно и в гостях от Боливии, которая предпоследнее место занимает в таблице. Атака бразильцев. Жезус на Неймара. Удар и спасает. Спасает Клаудио Браво сейчас сборную Чинера. Ну что ж, 0-0. Пока мы смотрим еще раз. Передача из центральной зоны. Передача, которую сделал, по-моему, нужным в 10 полевых игроков. Подача и... Вот еще один голевой момент. Доходит мяч до Габриэла Жезуса. Немножко здесь, похоже, ошибся позиционно. Ошиблись, наверное, так надо сказать, центральные защитники чилийцев. Посмотрите, Жезус как раз между ними оказывается. А подача просто шикарна. Просто гениальный сейчас был навес. Мяч опустился точно на голову Жезусу. И, собственно, остановок у нас особенных не было в первом тайме. Может быть, будет сейчас. Но, в принципе, уже пора было бы свистнуть на перерыв арбитру. На самом деле, Бразилия впереди, потому что два атакующих игрока бразильской впереди перуанцев, пока у них на 1 очко больше. Аргентина на данный момент обгоняет и тех, и других. И это значит, что в пятерку не попадает сборную Перу. Вот по итогам первых таймов. Но еще 45 минут. Дважды забили уругвайцы, проигрывая поначалу 0-1. К перерыву вышли вперед. Точно так же, как Аргентина. И ближний к бьющему игроку. Открывает ближнюю. Дани Алвес решил пробить. И 1-0 Бразилия. 1-0 Бразилия. И вот в этом моменте чилийцы выпадают из первой четверки. Пока. А могут выпасть из пятерки. Ну, я не думаю, что Дани Алвес хотел отсюда забить. Но вот такой вариант, безусловно, имелся в виду. Удар был крученый, удар был очень непростой для голкипера. И Браво, вот мне кажется, здесь ошибся. У меня ощущение, что он сначала хотел поймать мяч, а потом понял, что ловить его очень непросто, и решил отбить. Ну и вот такое половинчатое, да, решение привело к тому, что мяч прямо перед ним выскочил к, там, 3 бразильских игрока набегали, и совершенно спокойно Паулинью этот мяч добил. В ворота Бразилия выходит вперед. 1-0 и в очень тяжелую ситуацию попадают действующие чемпионы Америки, даже 2-кратные. Ну, чилийцам самое главное сейчас не рассыпаться, потому что у Бразилии может пойти Неймар на пустые ворота. Передача 2-0. Ну сколько, минута прошла, 1,5, и вот чилийцы вдруг почему-то ослабили бдительность, хотя на самом деле, я сказал, надо им отыгрываться, но это не означало, что надо срочно бросать все дела в защите и бежать всей командой на чужую половину поля. Вот проходит, наконец, этот заброс. Не впервые его бразильцы используют. Посмотрите, Дани Алвес здесь навязывает борьбу. Двое партнеров помогают, такой коллективный отбор, и никого нет сзади. И длинный пас, длинный, метров на 40 на Неймара. Неймар на ходу принимает этот мяч, он это умеет, чем он, собственно, и опасен. И вот этого делать Исла ему не позволял на протяжении всего предыдущего игрового отрезка. 50 с лишним минут. А здесь Неймар, не снижая скорости, посмотрите, на ходу он обрабатывает и отдает, не жадничает, отдает на пустые ворота Габриэлу Жезусу. 2-0. И вот теперь уже с большой долей вероятности можно говорить о том, что сборная Чили может не попасть на чемпионат мира. Мы отмечали как самое опасное, да, в первом тайме. Ну, вот теперь, конечно, я в первом тайме говорил, что игра достаточно корректной была и даже не очень жесткой при счете 0-0. Но теперь уже все может быть. И вот, смотрите, здесь все поняли.
Но не правый угол. Идеальному турниру он хочет видеть идеальную команду на поле. Пять человек в стенке, потом один бразилец, потом еще два чилийца, потом уже вперемешку стоят, а Неймар бьет поверх стенки и поверх ворот. 21 минута плюс минуты добавлены, которых вряд ли будет очень много, хотя неизвестно, что тут у нас дальше будет происходить. Теперь же, возможно, какие-то конфликты. Но не получается. Ну и вот этот момент с ошибкой Клаудио Браво. Ну, опытнейший голкипер, да, 119-й матч за сбор. И выдают штрафной, удар головой. Вот это опасно. Это опасно. Бил, по-моему, Гарри Медель. Ну и причем такой нацеленный был удар, и все-таки чуть не точный. Ну, если там офсайд, тут, конечно, сказать очень сложно. Надо вот прям по линии смотреть. Изящно. 3-2 атака. Вот сейчас третий забьет Бразилии. И до свидания, Чили. Спасает Клаудио Браво. Спасает Браво. Угловой, правда, будет. А угловой — это секунды лишние потраченные. Ну, Браво, да, виноват. Виноват, наверное, в первом пропущенном мяче. Хотя, повторю, там очень коварный, очень непростой был удар Дани Алвеса. И была ли рука? Не было. Не было руки, разводят руками чилийцы, а надо бежать назад. У них ворота пустые, ну и сейчас в эти пустые ворота будет третий гол. И забьет его Габриэл Жезус. Дубль у Габриэла Жезуса, 3-0 в пользу сборной Бразилии. Я хочу напомнить просто, что бразильцы, когда вот так триумфально выигрывают отборочный турнир, у них потом на самом чемпионате мира бывают проблемы. А вот когда еле-еле они отбираются в последнем туре, как в 2002 году, когда Луис Филиппо Скалари пришел, собственно, спасать Бразилию, спасать сборную, которая вот как сейчас Аргентина, вот тогда в такой же ситуации Бразилия находилась. Только в последнем матче она себе гарантировала поездку на чемпионат мира, а там уже не оставила шансов никому. И была к концу уже просто единственным фаворитом, единственным достойным претендентом на титул. Ну, тем не менее, совершенно не обязательно, что эта тенденция сохранится на следующий год. Я думаю, что мы увидим вполне боеспособную сборную. По крайней мере, пока работа Тита заставляет думать именно так. Ну, а вот сборную Чили, похоже, мы там не увидим. Да, проиграв 0-3, сборная Чили должна просто ждать, что сейчас колумбийцы забьют мяч на последних минутах в ворота перуанцев. Но колумбийцам это тоже не надо. Колумбийцы входят в четверку, сборная Перу может остаться на пятом месте. Всех все устраивает, и таким образом от Южной Америки поедут Бразилия, Уругвай, Аргентина, Колумбия, что, впрочем, могло ожидаться. Ну, а сборной Перу в этом варианте предстоят стыковые игры с Новой Зеландией. Ну, жалко, конечно, жалко сборную Чили, но ничего не поделаешь. Вот сегодня все было в их руках, но с Бразилией, получается, им не справиться. Ну, и даже не столько сегодняшнее поражение, сколько